OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Это большой результат специальной военной операции, которую, как мудро выразился замечательного большого ума человек господин Песков, специально затягивает военную операцию. Россия специально затягивает военную операцию. Колоссально. О чем думает этот... Он или вредитель, или кретин, или два в одном. Вот, ну, в целом, надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель. Будапештский меморандум был заключен в контексте вывоза ядерного оружия с территории тех бывших советских республик, на которой оно находилось, помимо России, и концентрация этого ядерного оружия в Российской Федерации. Украина, среди других стран, с территории которых, новых стран, с территории которых оружие вывозилось, попросила негативных гарантий безопасности. Негативные гарантии безопасности – это то, чему посвящен Будапештский меморандум. Эти гарантии предусматривают обязательство ядерных держав не применять ядерное оружие, в отношении государства, которому такие гарантии даются. Вот, ну, в целом, надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель. Мы ждем наступления, мы к нему готовы, мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь, но никто позиции с нашей стороны бросать не собирается. Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Наша задача, задача дипломатов, задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры, они, наверное, не думают о том, когда это закончится. Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизируя потери. И чем мы будем активнее их поддерживать, и моральный, и политический, с нашей точки зрения, чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. При чем здесь Россия-то? Продолжается взятие Киева за 3 дня. Путинские пропагандисты уверены, что Украина получит самолеты. И увлеченно обсуждают пути их доставки. Ну и, как всегда, кровожадный русский мир готов бомбить Польшу, если самолеты приземлятся на ее аэродромах. Поставки самолетов – это намного сложнее и тяжелее, чем поставки танков. Чем? Перегнал самолет с экипажами? Нет, самолет не перегнал с экипажами. Самолет перелетел, ему нужно материально-техническое обеспечение, специфическое оружие и все остальное. Это раз. Надо. Второе, ему нужен аэродром. Польша. Вот. Польша прекрасно, если не полетели с Польши, Польша участник войны, и мы нанесем удары по Польше. Это абсолютно законно. Это уже абсолютно законно. Демилитаризация Украины провалилась, как и все остальные пункты путинской спецобосрации. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Агент СБУ Гиркин на связи. Наша армия не готова к наступлению. Причем не готова не просто, а по всем параметрам. Нет обеспечения боеприпасами, средствами связи, управление войсками отвратительное, разведка очень слабая, господства в воздухе как не было, так и нет. Наша армия в общем и целом к наступлению оказывается не готова. Да. Средства связи, в общем-то, тоже по-прежнему полные заняты. Разведка очень слабая. Части соединения вблизи фронта, в колоннах, не опасаясь вообще ничего. А авиация наша по нему фактически не работает. Как с такими ресурсами Путин решил закрыть гештальт по взятию Киева за 3 дня,
остается загадкой. Ну а для сторонников теории четырех позиций, если бы мы не ударили первыми, то они напали бы на нас, мозги прочищает бывший президент Польши Александр Квасневский. «Путин лжет каждый день. Он опасный человек», заявляет экс-президент Польши. В 2002 году Александр Квасневский говорил с Путиным об Украине. Уже тогда кремлевская моль бредила о возрождении Великой России и не раз упоминала, что украинцы не нация. Цель – это восстановление Великой России, что Россия должна быть великой, и все, что произошло после распада Советского Союза, было неправильно. И Великая Россия означает, конечно, Россию в смысле империи или Советского Союза, возможно, без стран Балтии. Мы не обсуждали эту идею Великой России в деталях, но Украина была абсолютно очевидной составной частью этой Великой России. Это может быть только с Украиной, а не без Украины. Путин много раз говорил, что Украина — это не государство. Украинцы — это не нация. Если вы знаете украинцев, вы знаете, что у них есть свой язык, у них есть Тарас Шевченко, у них были свои писатели, такие как Андрухович, Забушка. Вы знаете, что очень хорошие современные писатели из Украины, на украинском языке. Украина — это нация с очень-очень сильной собственной идентичностью. И это также усиливается во время этой войны. И сказать, что они не являются нацией, это варварство. Очень актуальная параллель с югославским диктатором Слободаном Милошевичем, бредившим о Великой Сербии. Что называется, найдите 10 отличий. Дорогие друзья, спустя многие годы мы восстановили свою государственную и духовную целостность. Вместе, дорогие друзья, мы уже много сделали. Восстановили целостность России. Уступки, на которые прошлые лидеры страны пошли в ущерб своему народу. Ленин предложил пойти на уступки националистам. Украина возникла именно так. Мы чувствовали себя виноватыми перед собой и перед другими. Нет у нас и не может быть никакого чувства вины. Тем более, что наш народ за всю свою историю никогда никого не завоевывал. Мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свои интересы. На протяжении всей своей истории мы были освободителями. Наши предки освободили Европу от нацизма, а никто другой. Именно они. Сегодня, как и в прошлом, внешние враги страны. Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ослабить и развалить Россию. Объединяются с врагами внутри страны. Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. Но настало время не печалиться, а сражаться. Сегодня мы сражаемся за большую историческую Россию. Мы боремся за правду. За нами правда, а в правде сила. В какую бы битву мы ни вступили, мы победим в ней. Победа будет за нами! Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну, это на армию, ни на что больше. Лишь бы оно летало и падало на головы хохлов. Этого не надо бояться совершенно. И так будут нас призывать государство к терроризму? Не будут. Нам это, от этого жарче, холоднее. Нам вообще глубоко наплевать.